И эти провозглашения на будущий период, они в настоящем времени, что Бог уже, мы что-то имеем, да, в Боге, мы имеем Его как любящего Отца, как щедрого Бога, мы имеем завет с Ним. И мы сейчас их будем делать и говорить их на уже настоящее время и на будущий период. Как называть несуществующее, как существующее. И прошу вас обратить внимание на то, что отзовется в вашем сердце. Их достаточно определенное количество, да, может быть, много. Но что отзовется именно в вашем сердце? Что сегодня будет для вас актуально? Поразмышляйте об этом на неделе. Сделайте этот шаг, потому что я верю, что это как посев в то будущее, которое мы будем иметь дальше. Наш Бог и Иегова Ира, наш обеспечитель. Наш Бог Эль-Шаддай, Бог, у которого всегда все с избытком, больше, чем необходимо. Мы знаем, что наш Бог, Бог верный, щедрый, милостивый, прощающий, любящий и благой. Наша система ценностей присоединена к системе ценностей Небесного Отца. Мы имеем власть через заветные отношения с Иисусом Христом. Мы ищем прежде Царствие Божьего и правды Его, а остальное все прикладывается нам. Каждый день нашей жизни заботится о своем, и для каждого дня нам дано все необходимое. Мы посажены во Христе на небесах, чтобы видеть ситуации ясно и творить Божью волю точно. Мы принимаем и видим открытые небеса, ангелов, восходящих и нисходящих. Везде, куда мы приходим, мы приносим открытые небеса и устанавливаем Царство Божие. Мы благословляем наш город, и он возвышается. Мы приносим плод через то, что исцеляем больных, очищаем от последствий проказа греха, восстанавливаем надломленное, воскрешаем мертвое, возвращаем угнанное, изгоняем бесов и насаждаем Царствие Божие. Ты, Господь, даешь рукам нашим приобретать богатство, и мы принимаем его как Твое благословение на полноценное служение в Твоем Царстве. Наши финансы – это солдаты, и они посланы на разрушение дел дьявола и на созидание Царства Божьего и проповедь Евангелия по всему лицу земли. Наши посевы приносят урожай во 100 крат. Мы даем обеты Господу и исполняем их. Мы являемся ответом на нужду этого мира и являемся ответом на мечту Бога. У нас есть все необходимое для реализации нашего призвания, заданий неба и обеспечения наших семей. Мы разрушаем все проклятия нищеты, нехватки, долга, поражения и сокрушаем все задания врага против наших финансов во имя Иисуса Христа. Через Божье благоволение, благосклонность и расположение мы имеем успех в делах, и нас знают как процветающих и благородных людей. Мы являемся благословением для многих народов и не живем в долгах. Мы открываем колодцы праотцов и овладеваем землей. Мы имеем мудрость и божественные стратегии распоряжаться финансами. Бог прилагает нам и детям нашим более и более. Наши потомки благословенны и ходят в истине, и не имеют недостатка ни в каком благе. Аминь.